Вітаємо глядачів політека онлайн. Сьогодні до нас завітав у гості політолог Юрій Романенко. Юрію, доброго дня! Добрый день. розкажіть, будь ласка, як вам живеться в країні вже в другий день, де президентом є Зеленський? Я получаю велике удовольствия, від цих храстіряних рож, які я бачу на всіх телеканалах, Верховної Раді. И это вам приносит удовольствие? Огромное Я думаю, что даже более 73% населения, включая тех, кто голосовали за Порошенко, сегодня получают огромное удовольствие от этой картинки. Именно этого мы и ждали. Инаугурация вам принесла задоволение? Вообще, это был оргазм в чистом виде, потому что э, то, как они мычали, то, как они там э, гудели, как Ляшко там пытался э, какой-то идиотизм очередной произнести, э, поруби там эти свои шуточки дебильные произнесил. Но же ему было весело. А, им весело, потому что э, они привыкли э, жить в фейковой реальности и думают, что фейковая реальность продолжается и что Клоун, как они его называли, это часть их фейковой реальности. Но все указывает на то, что клоун как раз превратился в серьезный фактор, который их фейковую реальность э, будет разрушать и настроен серьезно. Поэтому они его воспринимают как клоуна, а он э, воспринимает их как проблему. И э, шаги, первые шаги Зеленского указывают на то, что он намерен их как проблему последовательно выносить. Ну, не знаю, насколько у него это удачно получится. Будем э, надеяться, что успешно, и наша страна получит шанс э, ну превратиться в что-то более достойное, чем то, чем она является сегодня. Насколько вдало ей идея провести позачерговые выборы в Липне? Она очень удачная, потому что она навязывает э, со стороны Зеленского тот темп игры, который он, собственно говоря, навязал с момента вхождения в президентскую кампанию. Собственно, если мы посмотрим на то, что происходит, то мы видим, как Зеленский все время доминирует с точки зрения инициативы и с точки зрения формата э, политической игры. И это обеспечивает ему огромное преимущество. Поэтому он последовательно пока что делает то, о чем он говорил. Он говорил, что я распущу Верховную Раду, потому что у него низкая легитимность, и он ее распустил. И это ему только обеспечивает ту высокую легитимность, которая является его ключевым аргументом в взаимодействии со старыми элитами. Поэтому если он будет продолжать в таком же ключе, то у него будут сильные позиции. И э, наоборот, если он будет терять легитимность и будет, его рейтинги будут падать, потому что он э, начнет играть в, в старом э, русле, то... Соответственно, он быстро ослабеет и э, ну, превратится в то, во что превращались наши президенты. Поэтому в этом плане первые шаги и вообще вот то, что делает сейчас Зеленский, это вызывает глубокое уважение и в какой-то степени даже симпатию. Тобто, даже у да, даже таких скептиков, как я. То Вин он с первого дня, фактически, начал выполнять то, что он обещал людям? Э, ну... Насколько он это может сделать, потому что на самом деле он же ограничен сейчас в маневре, у него нет... Ну плюс будет чиниться супротив, уже, Салений, причем. он причем. Он уже на полном э, ходу чинится, да, потому что мы видим, что они выбрали тактику саботажа. Э, то есть э, э, они понимают, что они на бедокурили настолько, что э, в пожарном режиме управлять э, так, как они управляли, это им баллом не додаст. Поэтому э, они хотят вот сейчас повесить все свои косяки э, на Зеленского и перекинуть на него экономический блок. А Зеленскому это не нужно. То есть они сейчас вот э, вчера Гройсман сделал заявление, что я ухожу, там и многие министры тоже начали делать заявление, что мол, мы можем уйти. Мол, бери и вперед, ну пардон, для того, чтобы бери и вперед, давайте поголосуйте за его квоты, голосуйте за его министров тогда в экономику, тогда поставьте его правительство. Вот если он говорит, поставьте не только на мои квоты, но поставьте моего министра экономики, моего министра там, социальной политики и так, далее, и так далее, то тогда это понятно, но они же не хотят этого делать, они хотят его оставить в подвешенном состоянии с министерствами, как бы, которые, на которых стоят старая вся эта братья, вот, с ограниченными рычагами влияния, по возможности не проголосовав за его людей там, на ГПУ, на СБУ, потому что если Зеленский получит ГПУ и СБУ, то он еще получит возможность за эти два месяца до парламентских выборов начать их очень хорошо э Назовім это таким прекрасним словом. Але а вот, ж... Для того, В тонусі перед парламентськими вибор... да. виборами. Але ж учора Зеленський сказав Гройсману, беріть чистий аркуш паперу і пишите заяву. Через кілька годин Гроссман погодився написав такий заяв. Ну, так это вот в той логіки, в которой я говорю, що Гройсман не хоче бути грушею для биття, потому что он розуміє, що його будуть з сторони Зеленського, що взагалі всі комуніли будуть. Э, ну, Бачимо, він починає свій політичний проект. Да, и это плюс позволит ему выиграть время, там, поскольку все равно оперативная премьерская деятельность она требует огромного количества времени. А так он может сосредоточиться на своем проекте. Но с другой стороны, опять-таки, это такой шаг, направленный на то, чтобы перебросить на Зеленского ответственность. Сказать, смотрите, мы ушли. Вот, он, а у нас тут проблемы с МВФ, потому что мы критически зависим от транша МВФ, потому что нам постоянно трещат о том, что вот у нас там высокие золотовалютные резервы, там то все такой уровень жизни вырос там за 5 лет, но это все полный трендеж, потому что на самом деле, если мы сейчас не берем транш МВФовский, то у нас угроза дефолта там через пару месяцев. И мы живем постоянно от транша к траншу с этой угрозой дефолта, потому что огромная, отри... да, огромная отрицательная салда платежного баланса, там минус 10 миллиардов, которая покрывается там прежде всего за счет зарабичан, там, да, вот. И опять-таки за счет кредитов каких-то, которые мы, мы, постоянно берем, там. то кредиты МВФ, то евробонды какие-то под сумасшедшие проценты почему-то э, постоянно берем. И э, как следствие... Вот эти перекосы, они сформировали деформированную экономическую модель, которая в любой момент может опрокинуться. И вот они думают, что если она опрокинется, то для Зеленского это чем-то Чревато. Я думаю, что на самом деле они глубоко ошибаются, потому что если она прокинется, то Зеленский как раз может спокойно сказать, что, ну смотрите, эти уроды довели страну до, такого, до такой ситуации, э, и э, давайте вот просто беспощадно сейчас разгребать эти завалы и не обращать внимания на их визг. И э, тем самым может повториться ситуация с Эрдоганом в 2002 году, который пришел э, в Турции э, к власти премьером, когда его партия справедливости и развития набрала, по-моему, 37 из 42 процента вот что-то так вот и он получил большинство в парламенте после финансового кризиса 2001 года в турции когда десятки банков были закрыты и в экономике были очень большие сложности и за пять лет он сумел сделать очень много так вот они сейчас в принципе создают все предпосылки для вот такой эрдогановского вхождения во власть потому что по итогам парламентских выборов я думаю что у зеленского очень высокая вероятность, что с учетом того, что это быстрые выборы, и они как раз вот на пике его рейтинга, он может получить 40+. плюс. То есть, если бы выборы были осенью, я думаю, что он все равно бы достаточно много получил, там процентов под 30 он бы получил. Но в этом случае он может получить 40+, а это означает, что он, в принципе, может получить большинство в парламенте. Особенно, если они проведут этот закон о выборах по, по, на пропорциональной основе с открытыми списками, хотя я не уверен, что они могут. Зеленский сегодня запропоновал трехпредсотковые барьеры и запропоновал скасовать мажоритарку, но что до ну скасование мажоритарки в целом да славку верится. Да, поэтому он им кинул кость, с одной стороны, в виде понижения процента, потому что это для партии мажоритарщиков, там, которые начнут там, группироваться, там вот это типа ведроджение, да, значит, партия мажоритарщиков, там, да, э, Керн, Струханов, э, Хамутынник, вот это все братья, которая собралась идти на выборы, вот они как раз при 3% барьере, они вполне имеют шансы там э, потащить. И э, э, следующая рада будет в таком случае более э, раздробленной, больше мелких фракций. Но, но, добре, но у, Зеленского, у Зеленского при такой модели получается, что он берет сразу 50+, плюс, то есть если он даже набирает там 40 процентов на выборах при порционалке то фактически при распределении мест в парламенте, он получит там по 226 голосов, потому что, ну там, короче, квоты там особые. И, соответственно, у него реальный шанс получить большинство, вообще даже ни с кем не, не входя в коалицию, как это ПИС в Польше, вот как так в Польше ПИС там правило одно время. И, соответственно, или же он получит меньше, но тогда все равно для того, чтобы создать коалицию устойчивую, ему нужен всего лишь один партнер. И это, конечно, конструкция более сильная, когда у тебя в коалиции 5 партнеров там, или 6 партнеров, мелкие партии, которые постоянно грызутся между собой, которым постоянно нужно друг другу уступать. Поэтому Зеленский находится в сильной позиции, он эту сильную позицию пытается доверстать дальше. Более того, они же думают, вот старая элита, она думает, что если Зеленский получит большую фракцию, то, то эта фракция повторит там судьбу партии регионов, которая там реально было несколько враждующих между собой фракций, там группа Ахметова, -Фирта Шалевочки навоевала там с семьей, там с группой Клюева, там да, ну, наверное, свои при... были внутренние планы. Да. так вот точно такие, они надеются на то, что и здесь будет там условно говоря четыре группы влияния приблизительно, там да, может больше, может меньше, э -э -э, скорее больше, чем меньше. И вот они начнут воевать между собой, и это ослабит Зеленского. Но если Зеленский сразу да, э, давит Верховную Раду вот новую на то, чтобы она приняла закон э, вот эти вот антикоррупционный, там, да, э, который КСУ отменил, потом э, закон о снятии депутатской неприкосновенности, э, то он получит рычаги влияния Но, на депутатов. А как ему дотиснуть? Что треба сделать? У, у него своя фракция будет. Если, если он... Не, пос... а вот на разе. Если на разе у него есть какие-то способы, все-таки не требуется. Сейчас вообще не важно, потому что он их просто подвесил, просто подвесил на крючок этими тремя законами, которые он требует, чтобы они приняли. И они, соответственно, если они, а если они принимают... То, -то клюнуть, не клюнуть. Они не хочуть клівати, тому що це против их інтересу. Поэтому вони провалять, скоріше. Либо будуть в каких-то редакціях приймати и так далее. Ну, я думаю, що вони провалять там. Да? Про закон вот вот, обогащення ідею. Юрію, оскільки ми почали даруйте, говорити такою соловійною мовою цифри, я попрошу наших редакторів вивести на екран рейтинги, тому що ми так побіжно почали про них. Говорити. От у нас є. Рейтинг. ну, слуга народу перше місце 39,9% на другому місці. Так, давайте по слайдах не скакати туди-сюди. Опозиційна платформа за життя. 10,9%. блок Порошенка, 10,6, Батьківщина 9,1 сила і честь мішка 5,1 відсоток. Ну я так розумію, що оскільки, якщо ухвалять це ж таке рішення про трьохвідсотковий бар'єр, то ми бачимо, що Ляшко на межі так проходить 3,3%. Ляшко не проходить, Ляшконі да. Партія опозиційний блок, партія миру та розвитку 3,5%. Громадянська позиція Гриценка має 5%. Тобто буде у нас такий цікавий склад парламенту. От наскільки він буде ефективним? Ну, то есть, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, и э, с учетом, э, с, я думаю, что либеральный проект какой-то, вот, вы, Вакарчук выскочит, я думаю, скорее всего, он свои 5% возьмет. Да, зараз ему прогнозуют 0,9%. Да, то есть, я думаю, что Вакарчук, больше, думаю, Вакарчук может взять, там, теоретически он может взять. Вот Оппозиционный блок, то, вот этот вот, Вилкул, Мурави и так далее, я думаю, что он возьмет свое, до пятерки они дотянут, даже если 5% останется. То есть, вот смотрите, вот этих 3% вот этим э, барьером он пытается купить Ахметова в том числе потому что э, Ахметову выгодно чтобы э, Лешко прошел но ну, это по сути его аватар да э, э, вот этот оппозиционный блок тоже Ахметовский Вилкул Мураев там и так далее ему тоже как бы это повышает э, вероятность прохождения поэтому то есть Зеленский, он, в принципе, грамотную политическую игру ведет. Он, с одной стороны, у них пытается забрать и создать для себя конфигурацию, которая в рамках новой модели позволит ему сразу больше получить, а с другой стороны, он, он им кидает кости, и говорит, ну, смотрите, я же, хотя я там доминирую, э, сейчас. но вот вам такая компромиссная позиция. Юрий, вот много э, кто звернул внимание, что вчера на инаугурации Володимир Гройсман сидел поруч с Арсением Яценюком. Да. Про что это Ты не знаю, может быть, они друзья. Ну потому что яценюк сидим в урядовой ложе, может, как бывший премьер-министра, Это кто прем ну, но хто Послушайте, бы. ну это, на самом деле это не важно, потому что сидеть может быть кто угодно. Если бы там сидел инопланетянин э, в урядовой роже, это было бы э, такой же эффект вызвало бы, как сидение яценюка, то есть принципиально ничего бы не изменило. Ну да, была бы большая сенсация, э, поэтому. Это не та тема, которая, на которой стоит. Дякую вам за эфир. Политолог Юрий Романенко был гостем студии Политек Онлайн. Залишайтесь разом с нами, подписывайтесь на наш канал у Ютубе и до новых встреч. До побачення. Подписывайтесь на канал Политек Онлайн, потому что это современно, интересно, это не опасно, не заразно и всегда актуально.